Водолеи, доброго вам времени суток. Меня зовут Ева Лекцер. Рада вас приветствовать на своем канале. В данном видео хочу вам представить тароскоп на сентябрь 2018 года. Работать будем с вами сегодня с таро закона притяжения. Колода своеобразная, необычная. Почему? Потому что отличается от классики не только с позиции прорисовки, но и с позиции толкования, трактовки арканов. Хочу напомнить, что расклад является общим, выполняется для широкой аудитории. Однозначно проиграться для всех он в принципе не может. Многим из вас необходимо смотреть свой тароскоп не только по знаку зодиака, да, но и еще, например, по знаку асцендента. Особенно это касается тех, которые пишут: вот, у меня ничего не совпало, ничего не проигралось и так далее. Значит, ваши характеристики соответствуют вашему асценденту. Как его вычислить? Вбивайте в гугле программу для расчета асцендента, вносите свои данные, а именно место, время, дату рождения, и смотрите, в каком знаке у вас находится асцендент. То есть, например, по знаку зодиака вы водолей, асцендент у вас может быть в стрельце, в тельце, ну, в любом другом знаке. И так далее. Ну, давайте смотреть, что же нам покажет с вами расклад. Итак, общая атмосфера месяца. Какие события наиболее вероятно у вас произойдут в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни? И совет от карт, как наиболее продуктивно провести вам данный месяц. Ну, давайте смотреть. Итак, совет, общая атмосфера месяца. Общая атмосфера месяца, у вас шестерка пентаклей. Здесь попытка либо избавиться от какой-то зависимости, либо в целом от того, что вас очень сильно тяготит. Особенно в финансовом аспекте, либо то, что вам бьет по карману. Это могут быть как избавление от ненужных привычек, да, табакокурение, алкоголь, переедание, да, какие-то сладости, вкусности, либо в целом бесполезных трат. Либо же здесь будет желание покрыть какие-то долговые обязательства. Вот то, что вас, скажем, да, что вас держит на краю и может, скажем так, привести к каким-то негативным последствиям. Ну, давайте же смотреть, как в целом для вас будет отыгрываться месяц. Итак, в плане работы. В плане работы паж мечей, здесь вы будете загнаны в угол какими-то обстоятельствами, какой-то ситуации. Давайте посмотрим, проясним, почему, что послужит этому причиной вы сами, либо, не знаю, там, происки коллег, конкурентов, руководства, либо что в целом здесь не так. Так, давайте смотреть. Значит, что здесь отыгрывается? Если на текущий момент вы безработны, то здесь вы можете загнать себя в угол тем фактом, что надеетесь на помощь либо протекцию какого-то мужчины, в частности короля жезлов, но тем не менее, либо условия, которые вам будут предлагать, кабальные, либо в целом для вас невыгодны. Если вы наемный работник, то здесь вы всецело будете зависеть от протекции короля жезлов, либо в плане продвижения по должностной лестнице, либо в целом, да, чтобы вас там перевели в новый филиал, каким-то образом вас продвинули, проспонсировали, дали премию и так далее. То есть вы понимаете, что четко здесь обстоятельства на текущий момент играют против вас. Если у вас свой бизнес, однозначно по этим картам может идти нечестная игра ваших партнеров, либо конкурентов, то есть вы будете пытаться лавировать и действовать по обстоятельствам. Ничего, скажем так, критического здесь нет. Единственное, к чему вас толкает паж мечей, это то, что, знаете, как старайтесь ко всему подходить с аналитической точки зрения. Просчитывайте свои действия, действия оппонентов на несколько шагов вперед, дабы не оказаться в такой ситуации. Так, что вас ожидает в плане финансов? Ну, в плане финансов могу сказать однозначно, вы выйдете из этой ситуации, потому что здесь восьмерка кубков. Именно в этой колоде это карта выигрыша, крупной удачи, либо когда ваши планы свершились. С позиции денег. Неожиданные деньги, либо вы можете, знаете, как своевременно погасить долги. Вот те, которые, например, вас могут тяготить, да? Вот сама по себе ситуация. Либо же получение крупной суммы, не знаю, там выигрыш, получение наследства, либо неожиданно вернули долг, либо состоялась ситуация купли-продажи чего-либо, и вы получили необходимую, нужную для вас сумму денег. То есть позиции финансов здесь для вас будет успешный месяц, и переживать вам не о чем. Что же с позиции здоровья? Аркан колесница,
это хорошее самочувствие, это движение вперед. Единственное, что с позиции прорисовки этого аркана, здесь, скажем так, вы будете подвержены слишком таким вот эмоциональным перепадам. Могут быть какие-то скачки давления по поводу переживаний, да, и на эмоциях, но не более того, потому что сам по себе аркан колесницы – это карта хорошего самочувствия, стабильного, как эмоционального, так и физического. Здесь, кстати, по колеснице у вас могут быть какие-то предпосылки, ну, либо в целом желание каким-то образом поработать над своим внешним видом. Здесь еще колесница может говорить о том, что, например, если вы вошли в данный месяц с каким-то заболеванием, то оно может иметь развитие. Но это если вы болели, входя в август месяц. Если нет, то здоровье будет замечательным, кроме вот этих ваших эмоциональных перепадов. С позиции личной жизни. Старший аркан дурак. Так, карту уточним, сейчас объясню почему. Потому что сам по себе аркан дурак, если вы на текущий момент свободны, здесь могут быть перспективы нового знакомства, новых встреч, новых планов, какие-то, вы знаете, может быть, даже в целом безрассудные связи. Если на текущий момент вы в отношениях, это может быть новый этап ваших отношений. Если, например, вы в ссоре, это может быть ситуация примирения и возобновления ваших отношений. Для некоторых это может проиграться как ситуация деторождения и скрепления ваших уз, вашей связи. Поэтому давайте все-таки здесь уточним, что же здесь такое для вас будет. Так, водолеи, водолеи. Ну, смотрите, папажу пентаклей. Здесь для вас, знаете как, новые отношения, новый опыт. Например, если вы на текущий момент состоите в отношениях, это попытки лучше либо познать партнера, либо понять его замыслы, его мысли в отношении вас, его планы. Если это новые отношения, то вы знаете, смело не вступайте, новый опыт. Ну а в целом, для тех, у кого вы уже давно в паре, паж пентаклей еще, да, часто говорит о ситуации зачатия. Поэтому, да, здесь для кого-то может проиграться как ситуация деторождения. Но в целом, это карта нового опыта, новых отношений. Но с позиции совета, о чем говорят карты. Но на самом деле, несмотря на все перипетии либо сложности, которые в этом месяце вас ожидают, девятка кубков – карта победы. Именно в этой колоде. Это карта преодоления, карта больших эмоций, эйфории, переживаний от достигнутого. Это касается абсолютно всех сфер жизни, потому что те планы, те цели, которые вы себе поставили на сентябрь, они будут достигнуты. Девятка кубков – это достижение, ну и в плане отношений, и здоровья, и работы, и финансов, и в целом, да, избавление от каких-то либо зависимостей. Это может быть элементарно победа над собой. То есть месяц для вас не только крайне продуктивен, но, ну как вам сказать, не могу сказать, что судьбоносен, но тем не менее два старших аркана, месяц, который внесет какие-то значимые коррективы и перемены в вашу жизнь. Ну чего вам, собственно, и желаю. Вот таким вот вышел для вас прогноз. Для тех, кому нужны индивидуальные прогнозы, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. А я вас благодарю за и обратную связь, и за просмотр. С вами была Ева Лектор. До новых встреч!